всегда старался делать то, что должен делать любой человек, который идет вперед, так как со вчерашнего дня, после регистрации в Центральной избирательной комиссии, моя должность примара, мой мандат примара был приостановлен. Я 1,5 недели назад передал для города финский трактор для уборки города в подарок. Я подарил автомобиль скорой помощи для Бельской больницы марки Ford. Я выделил 1 000 000 лей на брусчатку на городском озере. Я Григоришину передал 1 000 000 лей для скейт-парка. Там же на берегу городского озера его просила молодежь. Я оплатил 100 тысяч долларов оборудование, чтобы открыть кинотеатр «Патрия». Пока кто-то брал кульки, я на Бельце потратил 40 миллионов лей своих денег. А я всегда буду делать то, чего будете требовать от меня вы. Сейчас попрошу, ребят, выключите свет. Вы видите площадь на экран? Браус фачем он сондажа по порло, мышкума. Ребят, те, кто поддерживает, кто считает, что добро должно быть с кулаками, включите экраны своих телефонов. Вы знаете, это, я думаю, будет самое крутое селфи на всю страну, на весь мир, который покажет, что Бельцы рулят! Добро должно быть с кулаками. А самое главное, что сила в правде, а не в помятом кульке. Добро должно быть с кулаками. Голосуем за избирательный блок Рената Усатой. Сила в правде.